Свежая пресса с утра для многих – дело уже привычное. Мы забираем газету из почтового ящика и даже не задумываемся, какой долгий путь проделал этот выпуск. А ведь именно там, между строчек, кроется настоящая магия печатных изданий. Гул станков и запах типографской краски – вот настоящий рай для любителей свежей прессы. Здесь, в издательско-типографском комплексе «Дальпресс», печатается главная городская газета «Выбор». Процесс печати газеты начинается именно здесь. Бумага подается в рольное зарядное устройство, разматывается. Затем подается в печатные секции 4 плюс 4. Иначе происходит нанесение краски с лица и с оборота. Для того, чтобы получилось цветное изображение, используются 4 основных цвета – желтый, синий, пурпурный и черный. Макет будущей газеты предварительно собирается в публикацию в определенном порядке по спуску полос, затем наносится на печатную форму лазером и отправляется в цех. Вот тут-то и начинается самое интересное. Печатник запускает комплекс и отправляется за пульт, контролировать и регулировать процесс. Сначала происходит приладка печати. В этот момент достигается совмещение красок. Происходит прогрев и раскат всех валов и механизмов печатной машины. С пульта печатника регулируется подача краски с целью равномерности подачи по цветовым зонам. Чистовой вариант выпуска печатается со скоростью где-то 30 км в час. Затем происходит фальцовка. Газета складывается по сгибу, рубка и сушка. Здесь после печати и сушки проходит процесс счета из колодки. Формируются вот такие стопки газет, которые отправляются к читателю. Но это далеко не все приключения газетного слова. Для того, чтобы читатель получил новый интересный выпуск, редакции газеты приходится изрядно потрудиться. Для начала понять, что именно волнует аудиторию. Первый номер у нас в печать вышел. Мы сейчас работаем над вторым номером от 20 января. Прежде всего, хочу узнать у вас, уважаемые журналисты и не журналисты, может быть, что-то, какие-то мысли вас одолевают, вы хотите, чтобы они вылились в статью. Главный редактор Лариса Бахтина проводит очередную планерку. Задача – выбрать темы статей для будущего выпуска. Обычно у журналистов в разработке уже есть какие-либо материалы, но тема для статей может появиться внезапно в ходе обсуждения. Я хочу подготовить блиц-опрос сейчас по поводу повышения цен на общественный транспорт. Всего рубль, но все-таки. Опрашиваю пассажиров, то есть вообще отражается ли это на их бюджете или нет. Опрашиваю водителей, будет ли выхлоп вообще с этого повышения на 1 рубль. А, и кондуктора. Сейчас сдачу как она будет давать? Да. Ей дают 30 рублей, она должна 9 набрать. То есть чисто ее работа. Валентина Серебрякова – один из редакторов газеты. В офисе сидеть не привыкла. Старается работать, как говорится, в поле. После того, как материал собран, журналист отправляется его обрабатывать. Расшифровывать интервью, подбирать фотографии и делать наброски статьи. Например, для того, чтобы материал занял полностью газетную полосу, нужно набрать 7500 знаков. С готовым документом автор отправляется к корректору. Он вычитывает текст на предмет грамматических и орфографических ошибок. Может и по стилю дать совет. Ну, сама по себе, конечно, работа монотонна, но если материалы интересные, то как бы интересно работать, и работа идет поживее, побыстрее. Ну, а есть такие, особенно если официоз читать, то, конечно, это, наверное, самая монотонная работа. Сверять таблицы, цифры. После того, как статью обрабатывает корректор, она отправляется к дизайнеру. Здесь создается облик газеты. Подбирается изображение, подгоняется материал. А, Лариса, материал пришел. Жду. Так, ну вот материал пришел. В общем-то, он встает на это место. Фотографию я подобрала. Хорошо. Вот такая подойдет. Но у меня другой вопрос. Значит, помнишь, к нам обращался человек, чтобы мы поставили канал, телеканал «Мир». Вот, в общем, я его заказала, он пришел. Ну вот смотри, давай теперь подумаем, куда мы его поставим. Куда мы его? Какой он по объему? Значит, по объему он примерно вот такой. А-а-а. То есть я думаю, если вот этот вот мы заменим, и, в общем-то, сюда он тогда подойдет. Эта работа не терпит ошибок, ведь цена оплошности – доверие читателя. Да простят меня коллеги с электронных средств массовой информации, но я бы сказал, что работа печатного журналиста, она
более ответственно, потому как мы возвращаемся к старой незабываемой нашей пословице, что написано пером, не вырубишь топором. Когда работаешь на телевидении, когда работал на телевидении, я прекрасно понимал, что мой текст подкрепляет еще картинка. И картинка очень сильно помогает. Когда ты пишешь печатный текст, ты понимаешь, что у тебя картинки нет. Картинку ты можешь создать только собственным словом. В этом и заключается вся трудность. Задача каждого журналиста – пропустить материал через себя. Только тогда он может получиться интересным и искренним. Проживать сотни историй – труд тяжелый и изматывающий. И сегодня, к сожалению, он оплачивается невысоко. Печатные средства массовой информации переживают непростое время. Потому что все мы видим, да, в каком окружающем мире мы живем. Насколько много вокруг нас этой информации. Мы живем в мире постоянно меняющейся информации. И, конечно же, сейчас очень много источников получения этой информации. Как правило, это интернет. Он все более занимает ведущие позиции. И, наверное, уже трудно себе представить человека, который не заглядывал бы в телефон, где у него он может увидеть сразу все новости, просматривает информационные сайты, информационную ленту. И вот эта вот тенденция к быстрому чтению, к быстрому получению информации ведет к тому, что, конечно же, газет читают меньше. Тем не менее, газеты продолжают жить, продолжают выходить, и у них есть свои сторонники, свои поклонники, подписчики, и те, кто не представляет своего дня без газеты, без вот этого запаха типографской краски, без того, чтобы ощущать, листать газету и получать. Ведь газета не только она источник информации, она, в общем-то, наверное, скорее всего, источник каких-то раздумий, какого-то анализа. Сегодня на территории нашего округа выпускаются три газеты «Выбор», «Артем» и «Бизнес-газета», а также «Гордость Артема» – глянцевый журнал про молодежь. И каким бы ни было время и прогнозы скептиков, печатные издания нашего города продолжают трудиться на благо жителей и их интересов. Мне хочется, чтобы у каждого журналиста, у каждого работника, ведь это День печати – это не только журналисты, это и корректор, это и тот человек, который верстает газету, это и тот человек, который приводит газету. То есть это все задействованы в производстве вот этого продукта основного – газета, программа. Да? Поэтому достатка мира, любви, счастья, удачи, интересных тем, всегда быть востребованным, всегда быть на острие жизни и никогда не унывать.